Всех снова приветствую на канале Супер Слава 777. Сегодня решил такой небольшой обзор заснять. Есть у меня вот такой радиоприемник, называется Гайврон. Весьма такой необычный. Чем, кстати, такой радиоприемник отличается? А тем, что он работает не на волны, а от проводного радио. Может, еще кто помнит вот такие радиорозетки? По ним раньше, ну, приходил этот сигнал, вот, местное радио, как его часто называли, и там, ну, вещали про город, там еще про что-то, всякие новости там и прочие дела. В основном по таким радиоприемникам вещали, ну, местные новости. Вот. Ну, эта модель довольно простая, просто вставил в специальную розетку. Накрутил там себе этот громкость, и оно будет работать. Но это у меня однопрограммный радиоприемник. А есть у меня еще трехпрограммный, вот. Вот такой вот. 89-го или 86-го года выпуска. Но он пока что от сети отключен. Иногда использую, но редко. Это я решил такой вот обзор заснять на радиоприемник. Был еще похожий радиоприемник, вот это назывался Мир. А у меня вот такой есть Гайврон. Только не радиоприемник, а называется радиоточка. Сейчас такие уже, ну, такие радиоточки давно не используются. Уже нигде не осталось живых. Вы часто наверняка могли вот такие розетки замечать в старых заведениях, еще где-то там, замазанная вековой краской. Вот по ним раньше, ну, радиоволны шли. По таким вот кабелям телефонным. Вот. Ну, сейчас уже они не актуальные, конечно. Но это я у себя его решил вот так вот оживить. О! Музыка вообще отлично играет. Вот, звук регулируется, все отлично. Работает оно у меня вот от такого приемника. По мне вообще прекрасно очень звучит даже. Надо потом будет сюда еще ручку сделать, будет вообще замечательно. Могу еще показать работу этого радиоприемника. Сейчас мы его переключаем. Вот так, раз. Вот специальная вилка с надписью для радио. А теперь сейчас подаем питание. Сейчас переключим. О, громко достаточно играет, а так ничего, работает. Ну а так, в принципе, радиоприемник неплохо работает. Да, только единственное, что я хочу предупредить, ребята. Если такие радиоприемники включать, то только можно в радиосвязь. Ни в коем случае нельзя такое вставлять в розетку, может просто у вас сгореть. Так что лучше так не делать. Вот уж потому на вилочке здесь и написано, только для радио, не для сети. 220 вольт. Вот. Так что лучше не вздумайте такое включать, его можно только через звуковую установку запускать. А как он внутри в целом устроен, там ничего интересного. Динамик, катушка и вот кремниевый этот регулятор громкости и все. Больше там ничего ценного такого нету. Так что он устроен достаточно, ну, просто. Ну а тут, если не ошибаюсь, тут огромное количество всякой электроники, еще чего-то там. Предохранители даже есть. Вот. Ну, этот радиоприемник у меня без переключателя.
Вот. Ну что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это был небольшой обзор про радиоточки.